Хочу зачитать одно место из Писания, которое свидетельствует о том, что Христос всегда и всюду пребывает с нами. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на меня руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподню, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там Твоя рука поведет меня и удержит меня десница Твоя». Господь мой, Ты всегда со мною, Твоим дыханием я живу, живой и трепетной душою Тебя повсюду нахожу. Пойду ли в лес или выйду в поле, услышу говор ручейка и рокот ветра на просторе, везде видна Твоя рука. В цветении сада, в звуках гимна или в звонкой трели соловья, она и в малом, и в великом, везде видна Твоя рука. Она видна в улыбке детской, мерцании звезд, сиянии дня, в разумной мысли, жаре сердца, везде видна Твоя рука. И это счастье видеть всюду Твои дела, Твое тепло. Благодарить Тебя я буду за жизнь, за разум, за добро. Полагаю.